Автор этих кадров Алексей Ульянов. К сожалению, а может, к счастью, камера блогера не передает жуткий запах, заложниками которого стали накануне жители Советского района Волгограда. Причина – канализационная течь на проспекте Университетском. Причем ручьи канализационных стоков растекаются прямо по территории Волгоградского государственного университета. Алексей Ульянов отметил, что в Советском районе назревает настоящая экологическая катастрофа. Порыв канализации на центральной магистрали Волгограда будто никто и не замечает. Блогер и правозащитник выразил негодование происходящим, напомнив, что через город регулярно проезжают сотни туристов.